Добрый день. Сегодня я буду делать себе самой перманентный макияж. Обновлять в технике растушевка иголочкой с четырьмя иглами для техники мягкого облака, чтобы не залупиться, потому что я новичок. И по большому счету я самоучка, потому что 3-4-дневные курсы, которые сейчас идут, даже недельные, я как бы не считаю, что это что-то серьезное. Поэтому первая модель – это я. Я уже делала эту технику себе на минеральных красителях. Вот. Сейчас видно, что у меня такое серое облачко, которое я хочу подтеплить. Моему перманенту, это было напыление 2 года, делаю его у профессионального мастера. Вот 4 иглы у меня. Эта техника редкая. Я ее видела только в одном ролике, и она мне ничего не напортила, поскольку я боюсь напортить. Я работаю минералами, которые выходят через 1,5-2 года, как говорят у нас их те, кто их делает. Вот включаю, у меня маст-машинка за 100 евро примерно. Я нажимаю на кнопочку, если она мне, конечно, не разряжена, она мне не разряжена, ставлю на 5,2 вылет. Ну вот, сейчас я отложу в сторону. Честно говоря, я не пробовала работать, кроме как на латексе, одинорной иглой. Поэтому сейчас я взбалтываю, у меня будут пигменты Ханафи Каира. Это корректор, минеральный, Mineral Line написано. Вот он. Ну, я хорошенько его стряхну, поскольку это инновация. Я хочу, никто в интернете этого сам себе не делает, кроме профессионалов. Сейчас мы посмотрим, как это будет в исполнении непрофессионала. Что скрывать? Я вот так пробочку по-простому наберу. У меня, в принципе, есть уже форма. Я ее сейчас просто обрисую. Форма сделана профессионально. Я просто сейчас подсвечу, чтобы не вылезать за контур. Она повторяет полностью форму моих бровей. Здесь у меня было много, когда мне делали, у меня очень много сукровицы было. И поэтому у меня вот здесь вот просевший участок, который мне нужно забить. Я сразу говорю, не ругайтесь на меня, это мой эксперимент на мне. Я не экспериментирую на моделях, я экспериментирую на себе. Потому что то, что я вижу на моделях, черные брови, которые портят через 2 года славянскую внешность голубыми глазами, нависающий черный перманент, который вот так вот заштрихован, типа это волосок, как это у ментов раньше делали, у жандармов такая вот полосочка вместо бровей, и мне это тоже не очень-то нравится. Ну, нравится, не нравится, терпимая красавица, как говорится. Вот я люблю работать быстро. Вообще, я по профессии социальный работник и массажист. Также увлекаюсь китайской живописью. У Жанны Бутаевой я делала впервые брови. Это очень неплохая мастер, она сама тоже художник из Питера. Вот я навела брови, сейчас я проверю еще раз, что у меня все нормально. Все это, конечно, от одиночества, по большому счету. Поскольку я сейчас оказалась из Греции на 2 года, и здесь как бы про минеральные красители никто слыхом не слыхивал. Вот, так что ноготочки я делаю сама. Моя, если я хорошо сделаю брови, я сделаю все губы, но губы делаются не на минеральных красителях, это навсегда, поэтому это будет последнее, на чем я буду экспериментировать в этой жизни, это над своими губами. А вот брови,
Как говорится, это наше все. Значит, пробочку я набрала минералов. Сейчас оно засосется. И я начну. Сегодня я буду работать час, уже бессонница. Я встала с утра и поняла, что я хочу сделать то, что я давно не делала. Настраиваю вылет иглы. Он может быть поменьше, как мне сказали. И звук должен такой насыщенный гудеть начать. Так, мне нужна еще ваточка или тампончик. Мне она понадобится. Кстати, у нас тут вот такие классные украшения еще я делаю. Со Сваровски кристаллами. Так, а ваточка у нас, видимо, осталась. Заказываю где-то. Будет просто тампончик. Беру одну руку. Ну, поехали с током. Пусть эта работа будет мотивацией всем тем, кто боится. Посмотрите, что будет со мной, и не бойтесь. В прошлый раз ничего не испортила. Единственное, что я несла не глубоко, видимо, и у меня практически не было остатков, потому что минералы очень трудно вносятся. Ну, Бог рад, прими мою работу. Дар, знать чертог, будет свято вся профессия, буду свята я, буду святы вы. Так и было, так и есть, так и будет. На славу, на добрую славу. Помолились, как умели, и поехали. Начинаем с кончика, не выходя из кожи. Сейчас я обновила волосы, поэтому это будет смотреться максимально естественно, с таким ярким цветом. Честно говоря, я работаю таким простецким маятником. Немножко растягиваю бровь, хотя она у меня, в общем-то, и так подтянута. Я не углубляюсь. Мне не больно, работаю без анестезии. Кофе я не пила, потому что кофе, девочки, разжижает лимфу. И потом она будет течь. Поэтому нельзя. Мне это предупреждали мастера, когда мне делали. Еще говорили, летом некоторые не делают, тоже полный бред. Если не хотите, чтобы у вас были подтекания, много было сухарицы, не пейте кофе перед процедурой. Кстати, 8 минут прошло, и у меня как раз будет таймер. Ой, как мажется. Так, сейчас я беру все эти иголки сюда. Эти иголочки у нас. Честно сказать, остаток мне непонятен сейчас. Не особо не заглубляюсь. Я лучше пройду еще 150 раз. Здесь у меня дырка. Просто такой четырьмя иглами у меня не будет проплешины клякс.
Вот так умеренно больновато. Но зато это живой опыт. В прошлый раз был хороший опыт, что 4 иголками я не испортила, но и не внесла достаточно глубоко с первого раза минеральный оранжевый корректор. Правду говорю. Это у меня аллергия на жужу волку. Еще раз набираю. Приятного мало, и второй раз, и третий проходить не хочется. Это у меня реакция на жужжакуку, на жужжание этого самого. Ну, вот все линии смылись, хрен понял, что получилось. Мои руки прочихаюсь. Это у меня, кстати, реакция ненормальная. Это у меня реакция на жужжание и раздражение. Это у меня реакция. И, кстати, если бы был бы какой-то обычный сеанс, то, вероятно, мастеру было бы сложно с таким человеком работать. Правда. Ну, посмотрим результат. Ну, честно говоря, отжимаю просто тампон. Вокруг обвожу. Урея, как сказали бы греки. Телиос. Поликала. Браво. Брависсимо. Ну, вот здесь вот я вижу, что хвостик не зашел. Сейчас я сделаю вторую и пройдусь по этой. Вот такой результат у меня. Ну что ж, не боги горшки обжигают. Не боги. Извините, пожалуйста. Вот так вот мы сделаем. Ну что? Что скажете? Мне кажется, хорошо, обратите внимание, вот здесь больше сел пигмент, а на кончике серый кончик прям даже мне видно, что он не взялся. Я думаю, что сейчас кожа отдохнет, и я к нему вернусь. А пока я начинаю вторую бровь. Прошло 14 минут. 4 иголочки. Я просто как пришла к 4 иголам? Я когда начала отрабатывать сама технику, я поняла, что я одной иглой заглубляюсь бесконечно. Даже на этом латексе. А вот этим я не заглублялась. У меня получилось облачко. Я подумала, ну если облачко будет на моей брови, которая сделана как раз в технике напыления, почему нет?
Надо раз это самое растягивать. Здесь сделаю кончик поярче. Сотрем теперь внутрь, чтобы они растаскивали по всему. Это я сделала зря, потому что он залез на остальную территорию. Такое. Еще раз берем минеральный краситель номер один Каира Ханафи. Я специально сюда, блин, в Грецию выписывала с нашими посыльными из разных стран. Потому что здесь ничего не слышали про такое. Вот зашла вторая. Время опять смахнуть. Прошло 18 минут. Я думаю, почему-то это не последняя коррекция. Я думаю, сейчас нанесу еще раз белую ручку и посмотрим, что получилось у нас. Говорят же, что минералы тяжелее вносятся, чем синтетика. Оцениваем, оценщики мои, красоту игры.
Дымка такая под мои волосы. Дымка, но я бы проработала еще кончики. Разок прошлась. Сейчас мы подсушим. Прошу прощения за мой метод. Прозвонил будильничек, мы работаем 21 минуту. Еще раз рисую форму, потому что форма ушла. Я не парюсь, рисую, как у меня было. У меня брови от природы асимметричные были, и она не стала их корректировать, чтобы я не выщипывала. Я за это благодарна, потому что как массажист могу сказать, что прямых и симметричных людей сейчас нету, тем более бровей. Если дисбаланс идет по телу, то и бровь, если слишком дала маху, не будет никогда, но не будет симметричной. Проплешину я не совсем докрасила. Здесь я тоже что-то много беру. Хвост слишком толстый рисую. Я считаю, что в воздухе есть микробы. Человек здорового ничего не происходит страшного. Если мы же поранимся, у нас будет царапина, мы же не умираем. Такой эскиз. Незатейливый. Здесь я немножко выхожу. Ну, сейчас видно, что у меня уже есть цвет. Заливка. Посмотрим, насколько он в этот раз ляжет, выйдет. И проходим со второй раз. Я думаю, что мы отработаем где-то 40 минут. Это у меня тоже свежий цвет. Я тоже начала краситься профессиональными красками дома. Покупаю краску 60% красителем развожу, эксцитрентом. И вот получается такая тема. Но говорят, я красилась непрофессиональными красками. Сейчас итальянские профессиональные покупаю, потому что подруги так делают, и я их крашу. Итак, окунаем носик. Сейчас посмотрим, насколько мне будет больнее работать, потому что уже у меня процарапало. И сейчас я пройдусь легонечко. Ставлю палец, от него опираюсь. И пошла маятником работать. Уже больнее немножко. Просто на оба локтя, чтобы мне удобно было опираться. Извините. Ведь работа напряженная, что такое не случится, можно и передануть.
Здесь хочу докрасить мою рыжую проплешину. Сайт работает 4 иглами, поэтому в 4 раза быстрее. Я аллергик, но аллергии никакой не возникает. Такой глобальный. Давайте прорываю с локтем, ставлю на палец, растягиваю кожу. Ориентируюсь по боли, честно говоря. Боль терпимая. Но еще раз я бы сегодня проходить не хотела бы. Вот такая бровь. Немножко слезится глаз от вибрации от всего. В следующих видео, я думаю, буду третью коррекцию делать, потому что первое нанесение было таким номинально вполне себе. Посмотрите результаты. Но в любом случае мне нравится, что минералами я, по крайней мере, ничего не испортила, и у меня не было такого серых каких-то бровей. Но я и работаю корректором минеральным что-то. Так, ну давайте диван, эксперт, оцените. Промокнул еще, что-то пиздела. Так вот, расту, если я глаза сдвигаю, у меня получается такой смазанный фон изображения. Я так вижу, что у меня вот здесь вот больше, а в кончик все равно у меня остается немножечко не таким ярким. Четких границ нету. В прошлый раз цвет не выходил. Пока оставлю так, с кончиком можно будет еще работать. Пойду на вторую бровь. 28 минут работаю. И у меня вот, если вот эту линию вести, у меня видно, что брови можно сделать было бы более длинными. Вот если вести до уголка глаза, видите, вот она должна где заканчиваться. Она должна заканчиваться вот тут. А эта бровь у меня должна заканчиваться вот тут. Да, то есть можно ее чуть-чуть, но продлить оранжевым корректором — это, конечно, та еще тема. Тем более выйти за бровь — это вообще считается неправильно корректором. Тут у меня вопрос. Чтобы не было рыжего конца брови. Но потом цвета можно будет поделать, я думаю, это. Поехали с Богом.
Ничего не капает, кстати, с ней удобно. Капля висит, но не капает. Облокачиваюсь локтями. Что-то не очень удобно. Надо встать на колешки. Вообще я человек не очень терпеливый, поэтому четырьмя иглами, я думаю, мне подходит. У меня краска растеклась, ничего не страшно. Опять неудобно пауза. Может, я тут, может быть, на столе было удобнее. Довольно плотное лицо, поэтому у меня кожа не особо двигается. Уже более чувствительно. Почему-то нос у меня чешется и хочется чихать от вибрации. Это на год не хватит этого красителя.
посмотрим, что получилось за этой мазнёй. 35 минут работаем. Я уже как бабка. Помыть просто оливковое масло. Результат на лицо, как говорится. Так, цвет у нас сейчас тут теплый. Даже на камеру видно, что он есть. Сейчас я покажу ближе. Вот здесь видно, что можно доработать. Учитывая яркий цвет волос, он смотрится сейчас нормально. Сколько его только останется, непонятно. Но вот даже на камеру я вижу, что он там как бы есть. Минут. Вот здесь можно кое-конец, в принципе, пройтись еще раз, наверное. Такой результат. Дальше я в Инстаграм сниму. Не, наверное, у меня с ней не были такие ярко-оранжевые волосы по цвету. Это было бы заметно. Да, вот здесь вот видно, что можно доработать. Пройдусь кончики еще раз. Если что, мягко напишите, пожалуйста, под видео комментарий, чтобы не убить мою самооценку. Потому что кто молодец, Маша молодец. Это первый опыт, и я экспериментирую опять-таки над собой, прежде чем экспериментировать над другими людьми. И не факт, что у меня эксперимент случится. Я ногти теперь шеллак себе делаю много лет сама, поскольку массажисты короткие ногти ношу. А по форме я пробовала, так и не научилась себе хорошо делать.
потому что тебе неудобно, мне не нужно, я не практикую. Вот это вот тема такая хорошая. Ладно, девочки, спасибо. До новых встреч. Смотрите мои будущие видео. Я буду делать еще коррекцию. Потом я буду делать губы рано или поздно. Добра, бобра. Упав, вставай. Встав, упай. Упавчик, опай. Бога.